всем привет из Алании. 22 ноября, это не монтаж, не шутка. 22 ноября сегодня. Время где-то начало 4-го. Это пляж Дамлатаж. Смотрите на это количество купающихся, хотя довольно большие волны. Если бы волн не было, я думаю, вы бы видели еще людей гораздо больше. Хотя здесь вот перед вами сейчас несколько десятков. Это только вот на, только скажем так, на пляже Дамлатаж. Рассказывая о погоде, самая реальная информация, не слушайте никаких там неадекватных людей, которые выходят гулять в 9 вечера, рассказывают вам о том, что в Алании 16 градусов или 19 градусов. Очень сильный дождь был утром сегодня, очень сильный дождь, я даже проснулся от него, по-моему, часов 8 утра он был. Я боялся, что это отразится как-то на погоде дальше. Волны сильные. И сейчас, как вы видите, жара. Сейчас я вам покажу термометр. Он лежит на песке. Песок не горячий, песок еле теплый. То есть от песка он точно не нагреется. Он просто лежит сейчас под солнечными лучами. Буквально минутки 3 прошло, как я его сюда определил. Сейчас мы посмотрим, что он нам показывает. Показывает он почти 29. Сейчас еще чуть полежит. Почти 29. Это... И это не предел, друзья, потому что вот реально солнце, оно ощущается. Но опять же, привет большой с ушами всем, кто начнет там хейтить. Но я вас сразу в бан отправляю, тех, кто неадекватный. И тех, кто не понимает, что есть реальная температура в тени, которая может быть 22, и хочется реально одеть куртку. И есть температура на солнце, вот где я нахожусь в данный момент, где я стою и вытираю пот со лба. Просто понимаете, это разные абсолютно вещи. И температура на солнце сейчас 29, что показал вот и мой градусник. Поэтому всех отправляю сразу в бан, кто хоть что-то там по поводу того, что я обманываю или еще что-то. Уже даже термометр вам показал. Воду я не знаю, смогу ли я померить, друзья. Я думаю, что она 23. 23, я даже не удивлюсь, если она немножко больше. То есть вода точно не 22, если кто-то опять же вам рассказывает, что она 22 там или еще что-то. Нет. Вода сегодня потрясающая, теплая. Чем больше я в ней нахожусь, вот так вот по колено, тем она мне теплее еще кажется. Вода суперская просто. Еще раз смотрите купающихся, сколько видео будет. Я немножко по пляжикам здесь прошелся. Видео потом будет через день, может быть. Песику он жарко, видите, он дышит как на солнышке. 22 ноября. Это реальность, это не сон, это не монтаж. Я этих людей не вставлял сюда. Я не снимал это видео летом, друзья. Я снимаю его реально сегодня. Сейчас еще пока посмотрим на градусник. Еще пару минут прошло. Я не знаю, сейчас как-то, может быть, постараюсь все-таки воду. Ну, блин, волны. Просто вот поверьте, кто меня знает, я думаю, вы знаете, что я не ошибаюсь. Когда я не уверен, я не говорю как бы. Если я сейчас чувствую, что она 23, а то и выше, то железно я об этом заявляю. Просто можно и не мерить, потому что я весь замочусь просто. Сейчас еще посмотрим раз на термометр. Песик, он подтверждает, что жара. Сейчас подул, кстати, свеженький ветерочек. Ну, 20, 28, 27,8 он сейчас показывает, допустим. Это солнце. В тени, да, в тени сейчас если зайти, в футболке, как бы, в принципе, то комфортно, но вот после моря, если зайти в тень, то будет, конечно же, прохладно. Обманчиво так вот, сейчас волн нету, чуть зайдешь. Может, сейчас как-то попытаюсь, не знаю. Хочется померить, конечно. Ну не, я не смогу убежать, когда вот такие волны идут. Я просто... Не получится померить сегодня. Только если кто-то подержал из купающихся в одежде, подержали пока так. Ладненько, друзья. Считайте, что даже если она не 23, если вы мне не верите, она около 23. Это 1000% просто. Всем привет из Алании, теплого моря тем, кто приезжает, и большой привет тем, кто приезжает в декабре. Я держу для вас, держу кипятильник в розетке, чтобы вы приехали, была теплая вода. Всем пока, всем. 22 ноября.